вами канал Улица Москвы. Мы в Первом Подольском переулке. Такой вот небольшой переулочек в Даниловском районе, между Подольским шоссе и улицей Павловской. Вот туда вот Подольское шоссе. Ну вот совсем небольшенький переулочек. Пойдем прогуляемся сейчас по этому переулку, а также по Даниловскому переулку, который будет отходить также от улицы Павловской, правда, в другом направлении, к Даниловскому валу и улице Дубининской. Ну, там городская больница на противоположной стороне. По-моему, четвертая. Я не помню точно, что за номер у меня. Так, вот вышли на улицу Павловскую. Кстати, данных о втором Подольском переулке у меня нету, есть ли такое вообще. Ну вот сейчас были, да, на первом. Вот посмотрим еще раз сюда. И пойдем к Даниловскому переулку. Он такой совсем узенький. Да, четвертая больница это. Вот он, наш Даниловский переулок. Пойдем по нему. И тишина. В больнице тоже тихо. Но, насколько я знаю, больницы также закрыли на карантин для посещения. Поэтому здесь и тихо. Не позавидую я тем, кто сейчас находится в больницах. Не только с коронавирусом, но вообще с любым другим заболеванием. Он даже не может повидаться с родственниками. Да и врачи сейчас все на суете, на нервах. Я думаю, не только врачи, а большая часть населения. Ну, дальше уже Даниловский вал. Трамвайчик он поехал, Аннушка.